Перед боем Чеботарева прошли спарринги еще шестерых спортсменов из разных стран мира. Перед финальным боем были разыграны остальные места в таблице чемпионата. Исходы матчей повлияли на их рейтинг в статистике Айбипробоксинг. По словам организаторов турнира, боксеры выкладывались по полной. Первыми на ринг вышли спортсмены из Египта и Кении. Убедительную победу после 8 раундов одержал египетский боксер. По мнению тренера Артема, хорошие бои вчера провели представители Франции и Эквадора. Они также одержали победу над своими соперниками. Неплохо отбоксировал француз Таварес. По румыну, вот, то, что он с Артемом дрался в Москве, вот я предыдущие бои, вот мы в Турции были, вот он дрался там 3 боя. Он почему-то как-то, вот как с Артемом он дрался, как он был мотивирован, накачан, я не знаю, я никогда такого не видел. Вот то, что... Как будто бы, я не знаю, он и был как-то здоровее, и вот даже вчера я его видел здесь в Саратове, он какой-то похудел.